В библиотеке жилого комплекса «Пригород Лесное» прошла интерактивная лекция психолога Виктории Кис на тему семейного счастья. Посетившие мероприятие молодые женщины смогли узнать, как создать комфортную атмосферу для воспитания детей. Наше мероприятие посвящено теме детско-родительских отношений. А вообще «Соавторы счастья» – это проект, который направлен на повышение уровня детского счастья. И также он объединяет родителей и специалистов, которые работают с детьми, с детской и семейной аудиторией. Автор курса – семейный консультант Виктория Кис. Она написала книгу «Соавторы счастья», где раскрываются секреты гармоничных семейных взаимоотношений, развитие творческих способностей у ребенка и повышение уровня счастья. Сегодня мы будем говорить о том, почему дети закрываются, и самое главное, как родитель может наладить доверительные отношения с ребенком и понять, что происходит у него в голове и душе. Виктория быстро нашла общий язык с собравшимися и смогла заинтересовать их темой лекции. В формате диалога они разбирали примеры из жизни, а также рассматривали причины тех или иных проблем. Я, пообщавшись уже с Викторией Кис, поняла, что это прекрасный психолог, которому стоит доверять, и, конечно, я познакомлюсь с ее творчеством поближе. В библиотеках округа регулярно проходит множество мероприятий, интересных широкому кругу читателей. Эта встреча состоялась в рамках Года семьи в России. У нас очень много мероприятий для детей. Это спектакли, очень много кружков, мастер-классов. Проводим также и участвуем во всяких всероссийских акциях. Встреча продлилась больше часа. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».